Когда вы плачете, никто не видит ваши слезы. Когда вы счастливы, никто не заметит вашу улыбку. Но попробуйте только пернуть. Не смотри этой зверюге в глаза. Она резко как понос и жестко как запор. Это метафора или в этих словах есть какая-то связь? Жопа нам, если вякнешь не подумавши. Время срать, а мы не жрали. Принесли товар. Доставай. Параша, наверное, поддельная. Ты что, век в жопу не давать? Ой, век воли не видать. А ты принесла товар? Было приятно поработать. Стоять! Ёкарный бабай! Ты видел? Из невидимого автомата стреляет. Наверное, секретная разработка Сколково. Не, это из-за правила Ютуба. Мат, кровь, огнестрел нельзя показывать. Коварство! Попала все же тварь! Куда? В пах! Походу, хана тебе! Спасибо тебе, ботан. Ты был хорошим товарищем. Ага. А теперь ты у нашей банды главный. Позаботься о моей дочери. Не бойся, я тебя защищу. Но все, хана тебе, рыло свиное. Смерть моего брата на твоих руках. Так незачем мне было рис вместо гречки подсовывать. У тебя рот от писанов онемел. Тебе что гречка, что козьи шарики. Все на один вкус. Это шарики Несквик. Как говорил мой дед, хэндхох швайне. Все, я отомстила за всех. Не-не, я жив. На вылет прошла. Жить буду!